Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в гостях частый, можно сказать, гость нашего канала Татьяна Богданова. Танюш, чтобы я ничего не переврал по ходу дела, скажите, чем вы занимаетесь? Ну, всем здравствуйте! Да. Очень рада снова быть у вас в очередной раз. Я занимаюсь визовыми вопросами, обучением в США, программами стажировки, обменными программами. В общем, все то, что связано с США. Иммиграционные, обучение, туристические визы, посещение родственников, друзей. Большой спектр. То есть я припоминаю, что у вас как бы технически агентство было, турагентство в Владивостоке, да? Ну, оно так и осталось, так оно и осталось. Работает, да. И осенью мы переезжаем в Москву, кстати. В октябре месяце планируем открыть там офис. То есть будет два офиса или? Да. Ага. То есть не то, что совсем переезжаем, а как бы... Ну, мои родители переезжают в Москву, как бы, и как бы контроль, естественно, переходит. Там останется во Владивостоке человек, да, который будет, ну, там, за процент определенный работает, но офис будет там и в Москве остается. Понял, понял. Но это удобно, там посольство все-таки. Да. Конечно. Так, я вот что хотел, значит, сегодня включить в программу, потому что мы уже на разные темы беседовали, но поскольку я знаю, что у вас фокус такой на образовательные программы, и я несколько раз показывал ребят, которых вы привозили в какие-то, я не могу название повторить, но всякие университеты, где можно было как-то для тех, кто уже имеет образование, как-то почти сразу начать вроде и учиться, и работать, и там все остальные дела. Но я вот хотел именно о студенческих программах. Дело в том, что в последнее время какое-то я наблюдаю такое, знаете, мистическое направление в освещении того, что дают студенческие программы, что вот это самый легкий путь к эмиграции, что это можно приехать и работать, что можно учиться почти за копейки, там, типа пару тысяч в семестр, что, ну вот, как-то вот, если ты думаешь об эмиграции, вот там способов миллион, а значит, а вот этот самый такой вот, что ни на есть, простенький, вот эмиграция через студенческую визу. Ну вот давайте, может быть, с этого конца начнем, а дальше будем расползаться. Ну хорошо, да. Я считаю, конечно, что эмиграция через студенческую визу вообще является одной из самых, скажем, правильных. Это такой хороший, конечно, путь. Я не могу сказать, что это самый легкий путь, потому что, естественно, это стоит денег, во-первых, обучение. И надо немного разобраться в этом. Например, мы предоставляем услуги по так называемой программе, как мы ее называем, это «Учись и работай в США». Это уже для тех студентов, которые имеют бакалавра, например, из России, либо из другой, любой страны. В любой науке бакалавра? Не в любой. Ну, например, магистратура по бизнесу, скажем так, MBA, ты можешь получить эту степень, имея бакалавра в любом направлении. Uh-huh. Вот. Например, есть один университет в Сан-Диего, который стоит 10 тысяч долларов за 2 года. Соответственно, 5 тысяч долларов в год, 2,5 в семестр, да, в полгода. Это очень дешево. 10 тысяч, 0,75 точная цена. Ну, там, естественно, какие-то мелкие сборы еще идут. Uh-huh. Вот. Ну, естественно, это вот... Ну, аккредитованные нормально. Аккредитованные нормально. Там можно работать со второго года обучения. Соответственно, ты можешь работать во время обучения один год и после окончания обучения еще один год. В общей сложности 2 года работы и 3 года нахождения в Америке. А давайте я только вот уточню. Значит, есть, насколько я понимаю, 2 формальных таких способа работы. Один называется OPT, Optional Practical Training. Это когда ты 9 месяцев там отучился на программе профессиональной, не языковой, а вот профессиональной. Да. И ты получаешь право на, ну, как бы на работу, да? Для закрепления в профессии. И в зависимости от специальности, если это не естественно-научное, то это там вот год, наверное, да? А естественно-научное, там, по-моему, 27 месяцев даже дают. Но есть еще программа CPT, Curriculum. Да. Во время обучения, когда ты можешь работать, так сказать, стажироваться в той же сфере, в которой ты получаешь образование. А сколько, вот прям 40 часов в неделю можешь? 40 часов в неделю до 1 года. Нельзя пересекать барьер 12 месяцев, если ты хочешь потом еще после обучения получить вот эту вот OPT, о котором мы только что говорили. Давайте вот про эту завязочку, секундочку. Угу. Значит, если я учусь и целый год работаю full-time, да, вот эти 40 часов в неделю по CPT, да, то что потом произойдет с моим OPT? Вы можете его не получить. То есть могу получить, а могу и нет? Да. Если ты работаешь part-time 20 часов в неделю, то ограничений нет. Ты можешь работать весь срок обучения. Уже нет этого барьера, например, 11 месяцев. Как бы все университеты говорят, что не пересекайте 12 месяцев, то есть учись
и работай 11 месяцев во время обучения, чтобы потом ты еще мог без проблем получить О5. Но это именно по специальности должно быть. Да, да. Это только по специальности. Ты должен найти самостоятельно работодателя, принести с ним контракт в университет. Как бы университет подготовит бумаги, и тогда получишь уже от USCIS разрешение на работу. А насколько это в практическом плане вот реально? Да, это реально. Реально находят люди? Ну, именно в зависимости... Нет, full-time обычно. Обычно работодатель заинтересован, естественно, в full-time работнике. Да. И это распространяется, скажем, на IT-ребят, на всех компьютерщиков, которые приезжают сюда. Я, честно говоря, вам не скажу, например, с занятостью трудовой для тех, кто, например, учится на MBA, магистратуру по бизнесу, да, как бы, или что-то там связано с финансами, либо что-то с другим. Я не знаю, как у них с трудоустройством. Просто ли им найти работу, возьмут ли их на работу. Но я думаю, что с трудоустройством проблем нет, потому что, опять же, работодатель что хочет видеть? Что есть легальное право работать, правильно? Вы знаете, что они берут. У нас вот в школе частенько мы видим ребят, которые на студенческой визе. В каких-то, я не хочу сказать прямо левых учебных заведениях, но каких-то неизвестных мне. Вот, которые вот там больше иностранцы, и там довольно скромненько там денежку берут, так, не как вот обычные все. Да. И дальше они пытаются найти работу, и их не очень берут. Они приходят к нам, но наш опыт тоже такой, если компании, которые у нас берут выпускников, знают, что они на студенческой визе, ну вот, может быть, 9 из 10 не хотят вообще с ними разговаривать, потому что у них прицел такой, что если человек хороший, его можно оставить. Зачем же брать такого, которого оставить либо вообще нельзя, либо с какими-то головными болями на свою голову, если есть полно ребят, которые, в общем-то, и без этого можно. То есть я считаю, что у них на самом деле относительно местного населения намного усложненный, более усложненный процесс поиска вот этого и CPT, и OPT. Ну, на примере, например, вот у вас был Алексей, такой высокий, худенький парень. Он, например, нашел работу практически сразу. Когда он приехал сюда, отучился, по-моему, надо было работать со второго семестра, значит, там через 4 месяца. В каком-то китайском университете? Ну, да, азиатский. Название азиатский. Да, да. Здесь недалеко, кстати. Он нашел работу сразу же. Вот. Потом он поменял работу, там у него были проблемы, он нашел вторую работу без проблем. Вот с хорошей очень заработной платой. Поэтому у него, например, проблем в этом нет. И у него там еще такая программа была, что он, у него присутственных часов в университете было немного совсем. Да, но там у них у всех на выходных идет обучение обычно. Вот. Поэтому он не прошел по квоте просто. Они подали на рабочую визу на него, но он не прошел. Поэтому сейчас ему надо закончить университет, чтобы получить вот эту вот мастер-квоту, что тоже немаловажно, как бы, да, есть добавочная квота, вот это вот. 20 тысяч год. Да, у кого есть магистр, у аккредитованного университета только обязательно. Мастер, да? Да, да. Вот, и вот он ждет сейчас, через год он закончит университет, и тогда вот у него уже будет больше шансов, потому что он все-таки думает, что даже на следующий год, если как бы его будут спонсировать на рабочую визу, он опять же может не пройти. Ну, то есть, да. С большим количеством заявлений. 233 тысячи, да, там 1-4 там шанс. Да, а 65 их всего. Вот, поэтому 65 тысяч. Вот. Поэтому вот он хочет закончить именно. А вот давайте вот какую сторону мы посмотрим. Вот живет человек где-то. Я не знаю, там. Вы из Владивостока. Вот во Владивостоке живет человек. И вот вы с ним знакомы, и он вот так вот, как бы у него есть человек, который может его проконсультировать. И человек говорит: в принципе, у меня не то чтобы вообще денег нет. Ну так, чтобы поехать там куда-то и учиться в нормальном месте и так далее, у меня столько у меня нет. Плюс, я так понимаю, что еще стоит денег жизнь сама тоже что-то стоит. Конечно, да. Значит, поэтому и вот ему говорят: а вот можно там за 2000 там семестр где-то учиться. И 2000, может, ему родители там даже и дадут. А дальше он думает: ну там, а на жизнь я, может быть, на месте заработаю. Это реальный сценарий? Или он к чему-то ведет? Это сценарий, конечно. Ну, 2000 в семестр, конечно, может быть маловероятный сценарий. Например, помимо этого университета, о котором я сказала, реально, это в Сан-Диего, который примерно эти деньги стоит. Вот. Но, естественно, помимо этого надо оплачивать проживание, расходы, квартиру снимать, комнату, это все очень дорого. Где-то заработать денег без разрешения на работу, это практически маловероятно. И потом, если у тебя, опять же, специальность, которая не востребована здесь, как мы говорили, да, компьютерщики, да, трудоустраиваются хорошо, и то не все, опять же, да. На стройке с детками, со старичками, нелегально. Нелегально, но возможно, да, можно жить, работать. Но опять же, это только из категории вот этих вот университетов, которые малоизвестны. Естественно, там учатся только иностранные студенты, американцев там нет практически. Да. Потому что им нет никакого смысла, эти американцы не идут в непрестижные вузы. Поэтому, естественно, это университет малоизвестный, неизвестный. Поэтому те люди, которые приезжают учиться в такие университеты, они должны рассчитывать только на свои собственные знания и то, что у них есть за спиной, да.
на это как бы. То есть это не то место, где из тебя кого-то сделают? Нет, это не то место, где из тебя кого-то сделают. Это место, где ты получишь просто возможность легально работать. И все остальное уже зависит от тебя. Если, как говорится, у тебя там образование в России получено, опять же, в любой другой стране плохое, или там что-то не можешь делать, в тебе не будет заинтересовано, то и шанс в этой учебе я как таковой не вижу. Такой вопрос. Вот с точки зрения получения визы, да, вот вам приходится все время, я знаю, что там с людьми на эту тему беседовать. Вот человек живет в Владивостоке, хочет вот в такой там трехкопеечный университет, где ничему там особо, может быть, не учат. А он сам молодой, 18 лет, там школу закончил, там еще что-то. Ему дадут визу? Да. То есть не будут цепляться? Ну, практически нет. Проблем мало с такими визами. То есть ему не говорят, а что ж ты в такое странное место едешь там? Нет. Для них главное, чтобы университет был аккредитованный. Как бы они даже это практически не проверяют, но проблем нет. Например, в таких странах, как Индия, или, я не знаю, там какие-то другие, может быть, такой категории, откуда очень большое количество иммигрантов приезжает в Америку, то консульство там, они проверяют аккредитацию университета. То есть много обмана всякого. Да. Но из России как бы этого нет, потому что у нас и нет такого количества людей на учебу сюда. Поэтому, в принципе, даже неаккредитованный вуз, например, мы сейчас работаем с одним, он неаккредитованный, вот, но там как бы хорошо преподают, и также они дают разрешение на работу со второго семестра, и потом еще у пяти после обучения. То есть но тоже... он неаккредитованный, значит, ты, отучившись, не получишь эту мастер-квоту. Ага, то есть у тебя будет, скажем, бакалавр или там даже мастер, но из неаккредитованного. Но бакалавр у них уже есть, потому что на магистратуру можно идти только когда у тебя есть бакалавр. Ага, из России, допустим. Да, да, да. Допустим, из России. И здесь он может отучиться, но это не сертифицированный, неаккредитованный, извините. Соответственно, даже если ты хочешь перевестись из этого университета в другой аккредитованный, то вот этот вот промежуток времени, который ты отучился, они не засчитают. Эти кредиты не будут засчитаны при переводе в другой.